Март подарит на прощание холодный порывистый ветер. Синоптики объявили желтое предупреждение. Ясное небо, снежное покрывало и ледяная корка на дороге. После рекордно теплых выходных в Синеокую пришла зима. Тем временем по центральной части США пронесся торнадо. В штате Арканзас шторм крушил все без разбора. Сносил дома и вырывал деревья. 6 человек получили травмы. Сирия утопает в воде. 7 погибли. Сильные дожди, наводнения и оползни испытывают на прочность Пакистан. Там катаклизм унес жизни 72 граждан. Метеорологи советуют во время ненасти плотно закрыть окна, убрать с балконов хлам. Билборды, сухие деревья, линии электропередач лучше обходить стороной. А машины спрятать в гараж. Завтра в Бобруйске будет сухо. Ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Днем небо закроют облака. Температура воздуха поднимется до 4 с плюсом. Ночью столбик термометра опустится на 3 градуса. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.